нахуй умер. Вот, я сейчас с AirPods сижу. И это, я вам так скажу, хуёво. Да, нам нормально. Ну да. Тогда давай, заходи. У меня две пары наушников. Заваливай. Саша там сделал. Ты модификатор. Ты модификатор включил, Саша? Да. Да, мутатор я туда. Скинешь, сколько этот микрофон лет был? Слушай, я его купил еще в классе 10, наверное. А, да. Ну, да, он послужил как бы. Но минимум ему получается 8, ну, 8 лет где-то, я думаю, ему. Саш, пригласишь? Вот. В общем, я теперь с телефона с вами общаюсь. Вот как я. Ну блин, понимаешь, как бы мне немножко обидно, что микрофон мне нравился вообще-то. Я готов. Ну ты там гарнитуру себе собирался заказывать? Ну я не то что собирался, я заказал ее, потому что мне вот. Хочется уже давно гарнитуру, но это не значит, что мне не нужен был микрофон Samsung, понимаешь? Который не вернулся, а скорее всего, потому что я вчера его случайно уронил. Ну сколько он тебе работал? Нормально? Это не повод, Никита. Битва с боссом? Ну, увы, а, блин, режим надо выбирать. А, с боссом это, короче, там босс убегает, а все остальные его пиздят. Да-да-да. Что значит, все убегают, а все остальные его пиздят? Нет, босс убегает, а все остальные пиздят босса. Это типа вот это он? Нет, это он выбрал мутатор. Это типа дополнительные условия, ну как боссу, если помнишь, да. Там типа ускорение было. А чё мы делаем? А, подачу дым. Время прыжок. Ёб твою! Отгрёб, да? Да. И меня подставил, и себя заодно. Блять. Прям вообще. Чуть-чуть. Я, может быть, могу AirPods подключить к компьютеру. Да, всё нормально. Да всё вот так хорошо, всё. Я не хочу с двумя парами наушников сидеть, понимаешь? Но... Либо звук. Сучий в рот, блять, розовый мудлин. Сдохни, сука. Да я не могу. Толик? Блять. Вот так нахуй. Мне еще вообще ни одного, блять, очка нет. Толика никто не любит. Не пошел бы. Сука, желтый, блядь, чё, творит хуйню какую-то. Это компенсация за сломанные наушники и микрофон. Не-не, это просто цвет, понимаешь, не попасть. Блядь. А Саша какой? Он пироженка. Да бля... А. Чё, охуел, что ли? Мальцев. Сука. Опять скоро смотрю забег. Ебучий. Давай, Паш, покажи массовку. Я всё равно буду проходить. Блядь. А, ничья. А. Смысле. Мистер Гики, а ты никнейм поменял, красавчик. Да, я же говорю, никнейм. Ну же давно поменял. Я не видел просто, я думал, что он просто Гики, а до сих пор он оказался. Вот так ты следишь, блять, опять этот кубик ебучий. Валился, понимаю. Там теперь в клубе. Мужик прям. Где лучшие тусовки у нас в клубе, блять? Блять. Ну хуя ты вспомнил, блин, 2003. Вы твой босс. Слушай, даже я это помню. Ой, сейчас я буду выбирать. А, нет, Саш, нет, я буду, класс. Так, переключатель скинов, фантомные прыжки. А, Паш, ты видел, кстати, трейлер, типа, в новую мультацию за Рик и Морти? Да, это как будто бы Рик и Морти, то есть. Да-да-да. Просто спин-офф какой-то. А где босс-то? Босс большой. Его надо пиздить, надо к нему подобраться и пиздить его. А, это я?
Не надо ко мне подбираться. А где я вообще, не понимаю? Я тоже. А у нас переключаются скины, потому что я такой мутатор поставил. Обалдеть, я вообще ничего не понимаю, что происходит, блять. Я вообще дох, не знаю от кого, блять, чьей-то руки, блять. Ты больной. А я вообще не играю, у меня пиздец какой-то. Дохни нахуй! Дохни, блять! Да что тебе надо? Вы гроссбастеры! Блять, вот этот уровень какой-то, я нихуя не понимаю. Да блин, тут... есть, короче, большой босс, большой босс. Да я понял, тут с этими переключателями скинов я вообще пиздец, я каким-то хуем оказался уже, блять, там... Я решил просто тебе сделать песню. Пидорасик. Да господи, мы теперь играем против друг друга. Да господи, противно. Ну я типа впервые просто его вижу раньше. Никто не использовал, что не играл. Не, самый классный это ВВВ все-таки. Прям веселый. Им игра прям преображается. Пока мы там внизу разбирались, у кого какой цвет лучше, Никита по верхам походит. Да, всегда так, по-моему. Да пиздец. Бля. Мальцев? Брантон? Пойдет нахуй. Давай, блядь, слышь там, нахуй. Кто из вас кто? Кто синий? Я. Брантон, ты идешь нахуй, вот я тебе скажу. Блять. Мистер Гикет. Да ты ебись. А ведь еще есть этот самый режим, где надо себе блоки ставить. Ай. Да, вообще говно. Еее. Я там постоянно сосу. Да, блядь, опять это пиздала. Поехали, блядь. Ой. Ой. Ты ёбаная хуйня, не могу нахуй с этим переключителем скинов, это пиздец. Так, Никита, давай. Надо бы по верхам идти. Да ладно, он и так выиграл. Так победил. Да. Так там же ачивку дают. Я не торопился. Никита, ты что, играешь не ради ачивок? Ты платину выбиваешь. Нет, я в Tomb Raider, кстати, играю ради ачивок сейчас. Я тут затянул. Мне не ради же сисек там играть, правда? Конечно. У меня плакат 16-го года висит дома календарь. С Ларой. Да что такое? Почему я там умер? Что, прости? Сука! Успел просто на взрыве, блядь. Что выберет Саша? Нет, Толя, уху. Гаси свет, блядь, выбираешь. Гаси свет, блядь. Ой, бля. Ну тут-то по свету можно ориентироваться. А, вот так, то есть... Я тут думал вообще типа только себя. Ну так ты только себя и видишь, по сути. Ты же не смотришь, ну, почему? Ну, да блять. Почему так-то нет? Да понятно, Гекета выиграл, короче. По-любому. Погоди, не давай. Блять, опять это. Что здесь-то вообще происходит, блять? На нахуй. Хуй просышку. Видно, чё, где? Да блять. Да сука, все пизда, я отсюда не выйду, блядь. Я нихуя не. Отъебись, отъебись, сука. Ну вот будет падающими блоками в темноте. Сейчас Саша, получается, не выберет модификатор, мне кажется. Блять, какие блоки, блять, сука. Блять, что вообще? Нормально. Да, я не успею выбрать. Бумажный сам самолетик. Блять, в темноте с бумажными самолетиками только играть. Какие, блять, самолетики? Что там происходит вообще у людей? О, я как-то выиграл. Сам себя выпилил из жизни в этой. Блять, опять это пятнашка. Сука. Блять, куда бежать? Что происходит, нахуй? Ёб твою мать. Да пиздец, да это нереально. Умри.
Ага. Нет! Чего? А я же еще живой был, в смысле? Толик Сучара официально заявляет. Битва с боссом. Да, в темноте. Бейте его! Нет, опять! Опять! Бейте! Сгоните его! Да где он, блин? Сука, что происходит, блядь? Гони его! Да не надо. Блин, бро, не надо, плиз. Да. Бейте! Он горбун! Ну еще одно очко осталось. Очко. Сейчас я 6 получу, хоть это нереально. Опять у нас даже нет. Так, давай проходи. А, классно, я сейчас медленнее буду. Не факт, что ты будешь ведущий. Я ведущий, а я медленнее, получается, без бы. А, ну так тебе и надо. Ты заслужил. Я не знал об этом. Так я не ум. Ты чё, и как ты чё делал? Саша, бей его. Ну, я сейчас время выйдет, нам с ним пиздал. Сука, убил меня гад. Бля, всё. Нахуя я на Брандона-то пошёл? Правда. Сет-бат труп. Еее, четвёртый уровень. Пятый уровень. Блин, почти пятый. Чё, как вам игра? Ну, прикольненько такая. Нормально. О, новый скинчик, я теперь буду Гермионой Грейнджер, блядь, ёпт. Лавиоса, а не Лавиоса. А нет. Блядь, по-другому было. Семи нет, хорошо. О, прикольно. Ту-ту-ту. Что это такое? Это гипножаба. Подчиняйся гипножабе. Let's do this. О, скоростной забег, что ли, выбрал? Молодец. Как я тоже. Не, я просто спросил. Кто-то просил. Блять, что это? Где я? Блять, а что со мной? А почему? А что? А почему? А как? Блять, иди нахуй. Отъебись. Опа. Воу. Я победил, видите? Скин мой бы. В смысле? А, как скажешь? Там по скинам, блядь, ебала она. Блядь, где я? Что происходит? А, понял. Блядь. Пиздец. А, да, плохое соединение. Блядь. Да похуй, я так дойду. Да. Похуй, так дойду. Блять, да где я-то? Что происходит? А, вот я нашелся. На, сука. Просто. Что там осталось? Я и... Блять. Нет, я умер. Мне на глазу корона. Пушка богов, блять. О, это вообще охрененно, я люблю пушки. Пошел нахуй. Только так я так не понимаю, как это играть. Ну, на перезрение. А, сука! Понял? Блин! Довольная жаба. Все, я понял.
Нет. А что это? А? Побились! Блять! Опять погоню за шляпой, моя ненавистная, я ненавижу. Но я выбираю. Мы гонимся за шляпой, блять. Я вообще не понимаю, где, кто, блять, кто ведет, блять. Кто есть кто, блять? Я не выбирал, мой мутатор. Мутатор, блять. Я еще и сдох как-то, блять, в ахуе просто вообще. Что происходит, блять? Нельзя стоять. Да как? Я еще и выиграл. Не ежи, блядь. Давай. Сейчас по какому хуйню выгодят. Двойной прыжок. Гаси свет. Чай, он забег будет. О, прекрасно, в забеге сгаси свет. Сука. Я подожду, когда вообще сдохнуть. Ничья, блядь. Не, пятишком. Надо получить пятишком, как бы, да. Души, вот. О, души, это, короче, пизда, ебала, это вообще нахуй. Надо подбирать души, даже когда ты умираешь, ты можешь продолжать играть. Да. Какие души, блядь? А вот видишь шарики? А, вижу шарики, да. Тебе надо подобрать, даже если ты умер, ты вроде как можешь еще поиграть дальше. Где эти шарики? Их не видно вообще. Еее. Что, как тебя-то тут ебать? Блять, ну что такое, я хочу. Где душа, блядь? Суки. Ты нашел. Да вы что ты, Паша, душу мне забрал? Я вообще не играю, алло. Алло, где Саша, блядь? Аааа. Только я почему-то все равно плачу, блядь. О, души, нормально это. Блять, отъебитесь. Уйдите, суки. Ой. Там в яму упал. Ой. Блять, я умер, сука. Саш, ты играешь? В смысле, где? А, блять, мне нужна тут пиздец. Блять. Я думал, я сдох. Меня бесит это, блядь, переключение. Охуеть, претензии к игре. А здесь что, блять, у нас? А? Я сдох, понятно. Блять. Я хочу пибимпап. Че? Пибимпап, это корейская еда. Интересно, а нетхёк там нету, да, этого ремоута? Есть. Ну, блять. Давайте сейчас нетхёк заиграем. Нетхёк, блять. Толь, будешь нетхёк? Сейчас я вам покажу мастера лука, блять. У меня же нет нетхёк. Да блять, там... Там ремоут. Мы таблицу сделаем. А чё такое? Сейчас, ну, это по узнаешь, типу стикфайта. Нет, нет, не рассказывай ему нихера. Ничего ему не рассказывай. Пускай это будет для него нихуя непонятная херня. Это очень за шляпой да? Надо забегать, точно. А, блять, где шляпа-то твою мать? Шляпа. Где? А, сука, где эти браты? Вспомнили про шляпу. Так сними, так, бля, шляпу надо. Запизделись, пацаны. Фантомные прыжки. Или порхание. Давай вспорхнем, блядь. Голуби на электрощиток, блядь. Только порхать, наверное, только он, блядь. У меня вообще не порхает никто, блядь, она даже не прыгает, блядь. Знаешь, надо прыгать, надо сейчас нажимать на прыжок, и тогда он тебя типа... Охуеть! Я вообще за карты, где там? Вот Никита так и прошел, он просто тапал по кнопке и все. Че ты, ребята, сосёте? Блядь, не стой, сучка. Воооо. Блять, понятно. А, тоже порхание, точно, я забыл. А хуй я выиграл. Никита победил вообще. Так. Нихуя себе тут, блять.
Блять, я еще и в воздухе сдох, блять, охуенно. В воздухе-то не восстанавливается жизнь. Блять, как ты меня убил? Сука. Кто? Ну что, Никита, давай поговорим. Давай. Поговорили. А где я? Пизде. Ну вот это прохание. Ты сейчас там будешь. Прохание, блядь. Вау, меня еще два не убили, блядь. Не взлоп. Нет. Да как? Да что ты? Ты должен двигаться, прыжки не считаются. Блять. Блять, пиздец. Блин. Ты взорвался передо мной, и меня это веселит. Бля, лягушка ебаная. Чувак, да, лягушка ебаная. Но, зато ворим. Ну чё? Так, я, ну чё, нитхёк, давайте. Да, давай, не нитхёк.